блядь. Ты чё, чума, ёбаный в рот? Среду, 29 января, рыбам. Сегодня вам стоит задуматься о том, с какой целью вы будете говорить вашему любимому человеку те или иные слова. Водолеям сегодня вам, вашим любимым, стоит вспомнить смешные моменты из совместного прошлого. Это да. Операция будет так называться, спросил сенсей. Справедливость и милосердие. Бам! Ой. Нахуй! Врезались или нет? Конечно, врезался. Отлетел от него там, блядь.